тебя придет весна. Не для тебя Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для тебя. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Ты знаешь, это герой Великой Отечественной войны. Многие знают. Ну, кого знаешь? Ну, назови хоть кого-нибудь. Я знаю немец. Кого? Я не знаю историю вообще. А кто такой Александр Матросов? Тот, который нечаянно упал на автомат, я так считаю. Александр Матросов, не знаете, да? А Зоя Космодемьянская? Знаю, конечно. А кто такая Зоя Космодемьянская? Улица. Нет, конечно, не улица, а... Уже вспоминаю. Я сейчас не помню. О, знаю, это в 41-м году, которая предала себя, так скажем, самоубийству. Кого ты знаешь от героя Великой Отечественной войны? Ленина? Чего? Сейчас, я говорю. Ой, вы знаете, наверное, я никого не знаю. А, ну Жукова, может, знаю. А что он сделал? Ну, он вроде как герой, раз памятник стоит. Ну, а что все-таки он, за что ему поставили памятник? Ну, не перебивай. Я даже не знаю. Последние, наверное, 20 лет много потеряно. Сегодня не все дети знают о Великой Отечественной войне. Кто с кем воевал, даже не спрашивая, если спросить, кто же победил, то многие смотрят на средства массовой информации, которые говорят, что Америка вообще-то главная была в этой роли по войне. Играла основную роль. И вот смотришь на это все, и, конечно, душа болит. Возродить любовь к великой России в юных сердцах призван фестиваль военно-патриотической песни «Дмитриевская суббота». 19 лет назад он впервые прошел в Тобольско-Тюменской епархии. Первый фестиваль посвятили 50-летию победы в Великой Отечественной войне. С тех пор добрая традиция прижилась. До свидания, мальчики. Участники фестиваля поют о тяжелых военных временах, прославляют в песнях защитников Отечества и их подвиги, признаются в любви к своей родине. Это отборочный тур Дмитриевской субботы в Югре. В Ханты-Мансийск съехали самые сильные вокалисты из разных городов и поселков округа. Название фестиваля «Дмитриевская суббота» связано с воином великим князем Дмитрием Донским. Под его предводительством армия одержала победу на Куликовом поле в 1380 году. С благословения Сергия Радонежского князь Дмитрий установил, доколе будет стоять Россия, ежегодно совершать поминовение погибших воинов в первую субботу после 26 октября. Обычай сохранился до наших дней. Самым юным участником фестиваля 14 лет. В городских конкурсах Марк Гончаров всегда оказывался лучшим в своей возрастной категории. Сейчас планка для школьника повысилась. На Дмитриевской субботе талантливая молодежь со всего Ханты-Мансийского округа. Какая песня, такие чувства, такие эмоции, такие желания, такие движения. Представляешь же, надо без представления
песня никак не сложится. Перед выходом на сцену последние наставления дает руководитель. Зал тебя не видит, не видна реакция зрителей, а очень уютно, когда ты смотришь прожектор. Песню о казаках Марк выбрал не случайно. В школе, где он учится, есть проект под названием «Подвигу жить в веках». Вместе со своими одноклассниками мальчик ездил в Ростов-на-Дону, где они посетили могилы погибших в Великой Отечественной войне земляков. Познакомились ребята и с жителями казачьих станиц, которые берегут память о погибших фронтовиках. Теперь ребята загорелись идеей присвоить своей школе имя героя Советского Союза Николая Сирина. В первых рядах концертного зала почетные гости – ветераны. Те, кто в суровые 40-е защищал родину в окопах, кто работал на износ, чтобы прокормить фронт, кто спустя годы отважно воевал в Афганистане и в Чечне. Песенные строчки уносят их в прошлое. В памяти рисуются картины военного времени, которые не забыть и из российской истории не вычеркнуть. Верить в полное отсутствие патриотических чувств у молодежи ветераны не хотят. Утраченное духовное воспитание в 90-х сейчас возрождается и возродится, уверены они. Это у нас же в генах, это не искоренить, поэтому, соответственно, американцы нас поэтому боятся. Как говорится, не будите спящего медведя. Ну, для меня, соответственно, конечно, голос немаловажно, но факт то, что смысл тех песен, которые они поют, это тоже немаловажно. То есть они трогают нашу душу, а душа у нас, она очень ранимая, чуткая. Приглашают меня не первый раз на такое мероприятие. Я с удовольствием прихожу, потому что знаю и понимаю, насколько это важно для воспитания молодежи, насколько это важно для развития тех молодых людей, которые придут на смену старшему поколению. Это замечательная традиция, ее нужно поддерживать, и, безусловно, она приносит и принесет свои плоды. Твой Россия, и с любовью взгляну на лучи золотые. Вокально-инструментальный ансамбль «Стимул» готовится к выступлению. Ребята приехали из поселка Белый Яр Сургутского района. Чтобы успеть на фестиваль, сегодня им пришлось встать в 5 утра, но усталость на лицах не видна. Перед выходом на сцену музыканты настраивают свои гитары, достают барабаны и верят в успешный выход. Почти все из ребят занимаются музыкой с 11 лет. Солистка пришла в группу случайно, но как только познакомилась с творческим коллективом, решила остаться. «Когда выходишь на сцену, должна говорить твоя душа», считает Анастасия. Особенно, когда поешь военно-патриотические песни, где каждое слово надо прочувствовать. Песня «Обелиск» передо мной стоит картина той ужасной войны, которая была. И сразу эмоции, сразу исчезает улыбка. На лице вспоминается матери тех солдатов. О том, что фестиваль «Дмитриевская суббота» необходим, у молодых людей сомнений нет. Ну, мне кажется, это память всем павшим, кто был, что их не забыли, что все происходит. Ими гордятся. Кто-то из молодых считает, что это старомодные песни. Даже в известных российских телешоу, где оценивают вокальные данные, чаще всего артисты выступают зарубежными музыкальными композициями. Елизавета Лебедкина принципиально их не исполняет. В репертуаре девушки только русские песни о военном времени и о любви к родимой стороне. И мне очень нравятся эти песни, потому что они очень мелодичные, они со смыслом. Вот, и... Конечно, с большой гордостью я их исполняю, так как наши ветераны, в общем, с каждым годом их становится все меньше и меньше, поэтому для меня это большая честь. Фестиваль «Дмитриевская суббота» – настоящий кладезь песен, затрагивающих самые чуткие нотки сердца. У зрителя пробуждается гордость за отечество и благодарность героям, отстоявшим родину. В душе просыпается любовь к мирной жизни, где добрые и искренние чувства противостоят цинизму и выгоде.
Первая песня — сюжет о том, что девушка ждет парня из армии. Ну, все заканчивается, конечно же, хорошо. Все, песня называется «Верность», чего я желаю нашей молодежи, конечно же. Не скажу, что этого не хватает, каждому свое, но я за верность. Ежегодно Дмитриевская суббота собирает в столице Югры более 150 участников. Лучшие отправляются в Тюмень и выступают на всероссийском уровне. Помимо Ханты-Мансийского округа, исполнители представляют Тюменскую область, Ямал, Челябинск, Оренбург, Курган, Пермь, Ленинградскую область, Республику Удмуртия. Воспитывать на примерах отцов, дедов, прадедов, хранить свято те основы, на которых всегда держалась Россия. Такова главная цель организаторов фестиваля. Да, есть такие, которые как-то с патриотизмом не ладят. А есть такие, которые действительно с великой любовью относятся к своей родине. Как говорится, друг познается в беде. Придет беда, придет единение, придет любовь, придет взаимопомощь, придет патриотизм. Особенный, который у русского человека так и возникает, из ниоткуда появляется. Это, соответственно, не то, что как брюки таскать, это, соответственно, от слова «мужественный», произошло слово «мужественный». То есть мужчина должен защитить свою семью, в первую очередь, соответственно, свою страну,